Давненько не рассказывал я вам об интересных телеграм-каналах, не правда ли? Я потратил достаточно времени, чтобы отобрать для вас поистине крутые варианты, и сегодня готов их вам представить. Категории каналов абсолютно разные и подойдут каждому. От бизнес-идей, новостей и развлечений до Android-приложений и кулинарии. Обещаю, вы точно подпишетесь на каждый из них, так что давайте начинать. Начнем подборку с категории «Факты». Если желаете действительно поразиться, узнать что-то новое, да и просто прочитать о чем-то познавательном, тогда «Факт дня» точно нужно добавить в свои подписки. Я люблю, когда телеграм-каналы кратко и понятно излагают всю суть, и здесь админы с этим отлично справляются. Убежден, что «Факт дня» никого не оставит равнодушным. Категорию новости в этой подборке представляет канал «Вечерний Телеграм». Сразу оговорюсь, что ресурс не имеет никакого отношения к самому мессенджеру, кроме того, что опять-таки кратко, по делу и максимально оперативно предоставляет новости. На мой взгляд, это один из тех каналов, благодаря которым не стыдно получить информацию об актуальных событиях. Отмечу итоговый каждодневный пост «Картина дня», где авторы тезисно описывают каждую новость, оставляя ссылки, переходя по которым можно прочитать. Читать все подробности. За это отдельный лайк. Советую подписаться. Легкий подъем – это следующий канал, который, уверен, многих очень заинтересует. Его тематика – финансы, и здесь вы найдете перспективные идеи для бизнеса. В нескольких абзацах редакторы описывают идею, подкрепляя ее статистическими данными, а также помечая хэштегами онлайн и офлайн, смотря для чего подойдет бизнес-план. Каждый день вы будете получать новую идею, которая, очень надеюсь, поможет вам начать зарабатывать на собственном деле. Перейдем к менее серьезным темам. На очереди канал «Круги на полях» из категории «Юмор». Стартовав, этот ресурс за считанные дни набрал сотни тысяч подписчиков и продолжает свой рост. Пользователей, которые следят за контентом от известных комиков, уже насчитывается более миллиона. На канале юмористы шутят, общаются, поют и валяют дурака, благодаря видеосообщениям. В этом и фишка канала. Никакого текста, только круглые видосы. Кстати, я вообще заметил, что для многих только что пришедших пользователей в телегу видеосообщения стали невероятным открытием. Но это не все крутые возможности мессенджера, о которых стоит знать. Еще больше можно отыскать в недавнем видео на канале. А я же предлагаю вам полистать круги на полях и, возможно, подписаться. А вот все, кому требуется максимально простое место для получения каждодневной информации о вашем знаке зодиака, обратите внимание на канал «Гороскоп знаки зодиака». Здесь, думаю, не требуется долго объяснять суть. И так все понятно. Более 165 тысяч подписчиков доверяют этому ресурсу, считая, что можно попробовать довериться и вам. А далее я приготовил несколько занятных каналов для любителей технологий, Android-техники, что-то приготовить и вдохновиться чем-то прекрасным. Обо всем этом через секунду. Кстати, если тебе уже подошел хоть один канал из этой подборки, не забудь поставить свой лайк на видео, и я совсем скоро соберу еще больше интересных ресурсов. Или просто поставь палец вверх, либо подпишись, если хочешь поддержать мою работу. Канал Exploit – это одно из популярнейших интернет-медиа об IT-технологиях и безопасности в сети. Каждый день редакторы наполняют канал свежими и интересными событиями, касающиеся прорывных технологий и интересных лайфхаков, связанных с различными гаджетами. Заметно, что авторы подходят к публикациям контента серьезно и отбирают для читателей, наверное, самое интересное и полезное. Обязательно обратите внимание. Далее советую всем особо впечатлительным приготовиться, потому что будем говорить о еде. На канале «Книга рецептов» очевидно можно вдохновиться на готовку чего-то вкусного. Посты здесь публикуются в виде короткой подписи названия блюда с небольшим роликом его приготовления. Нажав по «Открыть ингредиенты», вас перенаправит на полноценный рецепт с пошаговой инструкцией готовки. С этим каналом голодными вы точно не останетесь.
Без денег нам с вами никуда. И грамотными в этом вопросе нужно быть обязательно. Знать о финансах все можно с помощью канала CoinPost. Деньги, инвестиции, биткоин. Где рассказывают о всех сферах, касающихся денег. Последние новости, объяснения простыми словами сложных терминов экономики и будущее финансов. Вся информация о деньгах лежит здесь. Советую к подписке. Еще один канал я оставил для вас напоследок, но перед этим напомню, что еще больше подобных подборок можно найти в специальном плейлисте, так что обязательно после просмотра этого видео не забудьте ознакомиться с другими роликами. Моя квартира – это финальная точка на сегодня. На данном канале вы отыщете идеи для ремонта вашего жилища, дизайны отдельных комнат, целых квартир домов, фотографии с разных ракурсов и полезное описание каждого поста не оставят равнодушными многих. Полистайте. Уверен, вы сразу подпишетесь. А если вдруг ты сталкивался с телеграм-каналами, которые были заблокированы в мессенджере, то у меня есть сверхпопулярное видео на эту тему, где я рассказываю, как обойти все блокировки. Ролик прямо сейчас появится на экране. А на сегодня все. Это канал Телеграммер. Подписывайся и знай больше.